Вот, вот такие вот Candy Floss. Сейчас я буду звонить девчонкам и у них спрашивать, какая им больше нравится. Это вот двойная. Пытаемся поменять кровать. Сегодня мы уже поедем покупать. Вот такая вот, как у нас. А, почти, только у нас нету внизу этого. Села на стул, и колесо отвалилось. Кстати, ребят, насчет конкурса. Итоги будут завтра. Сегодня мы не успели ничего, как видите. Ребят, всем привет. Привет. Привет, привет. Сегодня немножко позже снимаю влог. Утром очень сильно была занята. Да, Ксюшечка математику решает. Я самая первая, которую я почти закончила. Ты должна все закончить. А ты правильно решаешь? В общем, сейчас девчонки пойдут опять в школу. Они уже пообедали. У нас сейчас час дня. Сейчас они пойдут опять в школу. Да. Потом они придут со школы и будем ждать папу. Поедем в магазин. Знаешь, как сделаем, как папа сказал? Да, мы поедем. Да, мы поедем. Сегодня выберем, потому что если... Ну, мы не поместимся, понимаешь? Тогда папа должен один ехать и сам выбирать. Пока откуда он знает? И завтра тогда папа приедет после работы, и у него уже будет больше времени. Он приедет часов в 5. Из 5 часов. Нет, он поедет туда, заберет. Ну, часов, наверное, в 6 он приедет домой. И вполне ему хватит, чтобы собрать ваши кроватки. Хорошо? Чем занимаешься? Кликаешь. И хрустишь. Аж на всю квартиру слышно, как ты их хрустишь. Ну, он же хорошо хрустит. Кстати, ребят, к нам сегодня пришли эти новые ароматизаторы. Наконец-то я нашла. Наконец-то я нашла, где их купить. И я купила на eBay. В общем, мне советовали посмотреть тоже на AliExpress. Посмотрела я там, и как-то мне что-то... В общем, в качестве я была не уверена. Поэтому я нашла на eBay. Вот, вот такие вот Candy Floss. Так, что еще? Жвачка. Это уже набор был, я не выбирала. Это в наборе уже было, я не могла там выбирать. Там разные есть на эти... Наборчики разные. И вот, в общем, мне один вот этот набор понравился. Маршмеллоу. Все остальные тоже были, некоторые еще хорошие. Но я, в общем, для начала решила взять этот тутти-фрутти и шоколад. Мой любимый — это Candy Floss и тутти-фрутти. Это шоколад. В общем, может быть, потом еще какой-нибудь наборчик закажу. В общем, в этом наборе идут 5 штучек, 5 бутылечков таких вот. Вот, так что пополнилась наша коллекция запаха. Вот такой вот. Пахнет очень классно. Какой крутой. Классно пахнет этот. Еще такой розовенький. Сладкое. Ребят, вы спрашиваете про наш магазин. Когда можно купить. В общем, сейчас мы должны договориться с почтой, чтобы отправлять по всему миру. Они нам сейчас прислали прайс-лист, вот это вот все. В общем, и мы сказали, что будем отправлять в разные страны. Сейчас мы должны договориться насчет цены, что да как отправлять. В общем, мы решаем сейчас этот вопрос. В принципе-то мы уже готовы, да, слаймы делать и продавать их, но нам нужно вот именно установить вот эту вот цену по отправке, по какой цене у нас будет отправлять, чтобы она была приемлемая, да, чтобы она не была слишком дорогой. Тогда смысл, да, покупать такой дорогой слайм, чтобы платить за доставку дорого слишком. Вот, поэтому скоро, я надеюсь, к 1 апреля, вообще мы хотели на 1 апреля уже, чтобы открытие было. Поэтому немножечко потерпите, скоро-скоро все уже будет. Все, девочки, мы пошли.
Ксюша, батарейку не трать, я буду тебе звонить и по камере показывать. Ксюш, да. Пойдем, да. Все, поехали мы. В общем, приехали мы в Икеа. Сейчас постараемся воткнуть коробки в машину и увезти. В общем, посмотрим, если у нас получится, постараемся запихать. Да, Карлин? Кроватки, чтобы папе завтра не ехать второй раз. В общем, мы пришли, вот тут есть односпальные кроватки, опять тут двухъярусные нам не нужны. Есть вот такая вот, какая-то с вот этой штукой, мне не нравится уголочек. Не очень много, конечно, выбора. Ну, в общем, сейчас я буду звонить девчонкам. Сейчас я буду звонить девчонкам и у них спрашивать, какая им больше нравится. Это вот двойная. Было бы хорошо, если бы вот так вот. По-моему, она задвигается даже. Она задвигается. Привет. Где Маргарита? Помните? В общем, в итоге мы ничего не нашли. А в Конфораму мы тоже посмотрели. Там знаешь, какие кровати? Помнишь, которые у вас раньше были? Только такие. Ну, может, такие. Ну, мы не успели бы взять, потому что уже закрывалось. Там же потом нужно же ждать, пока они тебе найдут. Мы вам конфетки взяли, да? В Икеа. Маргарита, белье повесила? Ой, спасибо. Молодец. Что ты делаешь там? Игры. А, ты занимаешься? Ей нельзя так писать. Ну что? Та кровать, которая вам понравилась, она была 80 на 200. А ваша кровать 90 на 200. Это значит, что ваш бы матрас не влез бы в эту кровать. А новый матрас покупать смысл. Они как бы получится. Матрас почти стоит так же, столько же, сколько и кровать. Вот. Дальше. Те кровати, которые были 90 на 200, вам не понравились. Помнишь, вот с этими вот такими вот спинками сзади? Не спинками, а этими подголовниками, в общем. Вот. И очень маленький выбор. И вот эта даже кровать, которая вот, ну, двойная, которую я показала, как будто бы как диванчик, только потом раздвигается, она тоже 80 на 200. Мы сначала думали, что ее возьмем, потом посмотрели, она оказывается тоже маленькая. А Конфорама? Конфорама мы посмотрели, есть там кровати, только такие, которые у вас раньше были. Ну, помнишь, как у них потом ломались эти ящики? Помнишь? Там столько ящики. Мы могли бы сегодня с вами поехать, но просто я думала, что мы возьмем и купим уже. А оказалось то, что там такие вот, видишь? Я думала, они все стандартные. А почему вы эти не купили? Я думала, они все стандартные, 90 на 200, а там 80 на 200, понимаешь? Нет, эти в этом Конфорама. А, в Конфорама, потому что не успели бы. Мы как раз с Икеа выходили, и нам осталось полчаса до магазина. Потому что пока мы прошли, пока мы вышли с Икеа, это же тоже время, правильно? Пока бы мы в машину сели, мы бы приехали в этот, в Конфорама, и она бы закрылась. И мы бы только приехали. Я хотела еще, думала, полочки посмотреть. Вам же нужно теперь полочки на стену вешать. Куда вы будете складывать ваше барахло? Вот там эти всякие баночки. В тумбочки? Нет, в тумбочки надо складывать, там постельное белье, там все такое. А на полочки, над кроватью же должны какие-то полочки быть. Угу. Дай я укушу. Бутылка. Ладно, посмотрим завтра. Ну что, ребят, второй день. Пытаемся поменять кровать. Сегодня мы уже поедем покупать. Да? Девчонки сейчас убирают все своих полочек. Ксюшка уже загрузила эту. Контейнер. Это все, что у меня на кровати. А потом куда ты это все будешь? Нужно полки покупать. Так, это будет Маргарита сейчас убирать. Я сейчас Маргариты протирай помогу. Свою кровать. Ты должна протереть все полочки. Можно я сначала вот убираем от. Я тебе буду давать, а ты. Это магнитные цинки. Вот. Фотография. У меня в шкатулке, Ксюша, есть
такой пакетик, где там все внутри. Нет, не в этой школе. Я не знаю, в этой школе. И то на это поместится в ящик? Нет. Да. У тебя в ящик ничего. То есть в этот полочку внизу. В одной, в одном отделении там же две полочки, да? В одном отделении я положу. Я не знаю, сколько там полочек. Я еще не видела, какие там полочки. У нас будет три. А какой мой? Этот. С одной, потому что он будет. Держи, держи. Максай. А теперь обезьяничать будет. Горячий? А что ты так? Это Макс кушал, Каролина, вон туда садись. В общем, сегодня мы поедем уже с папой вдвоем. Вчера, да, вчера бабули нашей не было, она не могла остаться с малышами. Поэтому сегодня она придет в 5 часов. Она останется с вами, с четырьмя, а мы с папой поедем. Нет! Идите в Конфурама. Угу. Ну, потому что уже больше некуда. Тут же самая кровать, как у нас раньше была. Которые у вас раньше были, когда мы сюда приехали. Туда мы. Два ящика внизу. В общем, приехали мы в другой магазин. Смотрим кровати. Угу. А это двойная кровать. Нет, девочки такую не хотят. Угу. Еще одна снизу. Сюда матрас. Нет. Это большая сильность. Там мой гранд. Мой гранд. Ну, в общем. Стамовунита была. Нет, это не подходит. Лучше беленькую. На хорблянку. Это какая-то непонятная. Это как для мальчика голубая. You know. Вот такая вот, как у нас. А, почти. Только у нас нету внизу этого. Кому нас утро перенота не мускаху. Вот это. Это что? А это тоже кровать двойная, в общем. Ну, почему-то не хотят девочки. Да, по-моему, тоже двойная кровать. Да, сюда тоже матрас. Было бы прикольно. Тут другие, ну, тут детские совсем кроватки. Сон параненец. Максимум. В общем, такая вот кровать, как была раньше у Макса с Каролиной. Начинаем собирать кроватки. Надеюсь, мы успеем, и вы не будете спать на полу сегодня. Все? У нас уже 9 часов, мы собрали только одну каму. Ой, одну. Хотел сказать каму. Собрали одну кровать. 2 часа. Ты ведь не рада кама. Маргарита кушает брокколи? Рыбку бери. А я брокколи. Я потом рыбу. Сейчас мы перекусим быстренько. Быстренько покушаем и делать вторую кровать и спать. Одеваться в пижамку. Хорошо светит лампочка, да? Она такая неяркая. Давайте переодеваемся и спать. В общем, ребят, решили девочки оставить шатер. Вообще-то думали, что мы его снимем, но он так хорошо тут смотрится, поэтому мы еще купим один шатер Маргарите. Вон там вот повесим его в уголочек, у нее тоже будет висеть такой шатер.
завтра опять поедем. Мы уже три раза, третий раз поедем. И нам нужны полочки, потому мы что мы... в Икею, да? Сегодня, да, сегодня мы были там, где мы покупали кровати. Я думала, там полочки найду вот сюда. Прикрутить полочки, чтобы девочки поставили там свои, свою косметику, там всякие разные пенки, не пенки. Нет, спать сейчас пойдем, Макси, все. Вот, поэтому поедем завтра опять. Вот, что еще? Так, возьмем шатер, возьмем полочки. Что еще надо? Да? Он же целый? Да. Ну, его же... у него колесико отваливалось, я его прикрутила. Давай переодевайся. Да. Маргарита сидела. Да. Села на стул, и колесо отвалилось. Вот, поэтому вот так вот. Постельное белье новое взяла. Такое вот одинаковое, чтобы у них было. Это не мой телефон, я не знаю пароль, Макс. Это какой Маргаритин телефон. Так что, вот так вот, ребятки, закончили мы наконец-то. Поэтому... А у меня нет пижамы. Как-то нет пижамы. Вот такие приятные коврики. Мягкие, пушистые. А, еще мы успели прикрутить Ксюшечке полочки. У Маргариты пока их нет. Потому что уже поздно, и, в общем, папа шуметь не будет. И у Маргариты полок нет. А, в принципе, ничего смотрится, да? Волосики. Пушистые. Приятно. Смотри, волосики попадают вот между пальцев. Между пальцев. Угу. Так что у Ксюши пока есть полочки. У Маргариты завтра прикрутим. Вот. Буду туда все складывать всякое. Барахло. Вот, ладно, девчонки, давайте уже укладываться спать. Все устали. Время уже, кстати, 10 часов. Папа уже спит. Папа уже спит? Нет. А, нет? Да. Да? А, ну все, тогда пошла я укладывать. Ладно, ребята, всем пока. Кстати, ребят, насчет конкурса. Итоги будут завтра. Сегодня мы не успели ничего, как видите. Два дня уже занимаемся почти комнатой. Две. Да, поэтому завтра мы сделаем итоги. Ну не одевай тогда, что у тебя другой нету, что ли? Я же тебе единорога постирала. Маленькая, ну Каролине отдай. Все, улеглись. Удобненько. Довольны? Нравится? Мне тоже очень нравится. У вас раньше так не стояли кровати, да? Нет. А как у вас стояли? Ага, и одна здесь. А, все понятно. Спасибо. А как включается лампа? Черная. А, вон там. А, все. Все, ребятки, всем пока.